Здравствуйте, вы смотрите «Кремли» в программу о жизни в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня в выпуске о таких темах. Военные преступления России в Крыму. Федерация впервые названа оккупантом в документах ООН. В отчете прокурора Гаагского трибунала ситуация на полуострове приравнена к военному конфликту. Силовики противодействуют доступу адвокатов к севастопольцам, объявленным ими диверсантами. Защитник Дмитрия Штыбрикова Александр Попков считает, в такой ситуации арестованные могут подписать все что угодно. О новом деле украинских диверсантов, созданном ФСБ, в студии поговорим с политологом Николаем Давидюком. Уничтожить природу Крыма, чтобы выполнить обещания Путина. В Крыму готовят к геологоразведке и разработке десятки участков под добычу стройматериалов. Свалка, за которую никто не отвечает, возле села Кизилташ, незаконный полигон отходов, захватил уже почти 2 гектара земли. Сразу несколько важных событий на международной арене на этой неделе касались темы Крыма. Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции, в котором Россия названа страной-оккупантом. Впервые в документах ООН дана такая квалификация действиям России на полуострове. Теперь впереди голосование самой Генассамблеи по этой резолюции. К тому же прокурор Гаагского трибунала в своем ежегодном отчете сделала заявление о том, что ситуация в Крыму равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерации. Путин тут же подписал распоряжение о выходе России из соглашения по Международному уголовному суду в Гааге. Тем временем правозащитники передали в Гаагский трибунал доказательства более 150 преступлений, совершенных оккупантами в Крыму. 7 убийств, 15 насильственных исчезновений, 90 случаев незаконного содержания под стражей, 39 случаев пыток, захват государственной и частной собственности, уничтожение культурных ценностей и принудительное перемещение 60 тысяч мирных жителей с территории оккупированной Россией полуострова. Правозащитники представили отчет о международных преступлениях в Крыму. Материалы отчета проанализированы в соответствии с принципами Римского статута Международного криминального суда и переданы международному прокурору в Гааге для дальнейшего расследования и наказания виновных. Бриджит Дюфур рассказывает, отчет формировался в полевых миссиях на территории оккупированного Крыма в атмосфере постоянного напряжения и страха. Важно то, что эти преступления широкомасштабные, систематические, они не случайные, они реализуются на территории в течение этих 2 лет. Именно поэтому собранные доказательства вчера были переданы в Международный уголовный суд согласно статье 15 Римского статута. Мы хотим наказания преступников и мы хотим бороться с безнаказанностью, с международными преступлениями, совершенными на территории Крыма. Главной мишенью противоправных действий в Крыму стали крымские татары и украинцы, которые не признавали оккупацию и придерживались проукраинской позиции, утверждает Симон Папуашвили. По его словам, преступления и грубые нарушения прав человека в Крыму можно обозначить как нападение на крымских татар и украинцев на этнической, политической и религиозной почве. Россия, конечно, как страна, которая подконтрольна оккупированный полуостров, отклоняет все обвинения, а Украина никак не борется с этой безнаказанностью. Есть 2 варианта решения. Первый – это Международный уголовный суд, который базируется в Гааге. А второй – это использование так называемой универсальной юрисдикции других стран. Поэтому мы собираем доказательства, обрабатываем их, анализируем и делимся ими с Международным уголовным судом. Мы хотим, чтобы Международный суд открыл официальное расследование, нашел виновных и наказал. Цель материалов отчета о международных преступлениях в Крыму – найти не абстрактного виновного Российскую Федерацию, а идентифицировать каждого конкретного преступника, который совершил или заказал преступление, подчеркнул юрист. Масштабная атака на крымско-татарское население, народ, которая выражалась в массовых убийствах, исчезновениях людей, незаконном задержании, пытках и насильственном перемещении людей – это организованная, хорошо спланированная операция, которая дирижировалась российской властью. Координатор правозащитной организации «Крымсос» Тамила Ташева обратила внимание, что преследования крымских татар начались с первых дней оккупации. Я завжди згадую історію Рішата Аметова і, напевно, що буду згадувати завжди на будь-якій публічній площині про його справу, тому що справа Рішата Аметова, батька 3 дітей, який був викрадений просто брутально перед будівлею уряду Криму, був відвезений спочатку в невідомому напрямку, але камери зовнішнього спостереження фіксували машину, на якій його возили, фіксували людей, які його забирали. Але досі
розслідування по цій справі нема, як нема розслідування по всіх решті насильницьких зникнень. Правозащитники прогнозируют, рассмотрение отчета в Международном уголовном суде будет длиться около 2-3 лет. ФСБ распространила часть видеозаписи, на которой арестованные севастопольцы Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов признаются, что якобы являются кадровыми сотрудниками Главного управления разведки и Минобороны Украины. Напомним, трех жителей Севастополя ФСБ задержало 9 ноября. Их обвиняют в подготовке диверсии. Силовики оккупантов жестко противодействуют попыткам адвокатов по соглашению связаться с подзащитными. Задержанных в Севастополе по так называемому делу украинских диверсантов лишают права на защиту и готовят перевести в Москву. Об этом сообщает адвокат Александр Попков. Так он заявляет, что следователи ФСБ не допускают его ни к делу, ни к подзащитному Дмитрию Штыбликову. Также Попков сообщает, что нигде не может найти Штыбликова, а сотрудники СИЗО Симферополя сказали, что задержанных могут отвезти прямиком в Москву, сообщает Крым-Инфо. Сотрудники Бахчисарайского изолятора временного содержания тоже утверждают, таких здесь нет. Я хожу сюда каждый день и пытаюсь встретиться со своим подзащитным, но его здесь нет. И мне сказали, что его сюда не привезут, по решению суда они должны находиться в СИЗО Симферополя. Но их прячут, скорее всего, в Бахчисарайском ИВС. А когда приезжаешь туда, там говорят, что их нет. Предыдущий адвокат, назначенный Штыбликову, сообщила Попкову, что с ее участием никаких видео не записывалось и никаких следственных действий не проводилось. Значит, ее тоже убрали из дела, считает Попков. Но больше с родственниками никто из адвокатов не связывался. Известно стало местоположение только третьего задержанного по делу украинских диверсантов Владимира Дудки. Он находится в изоляторе временного содержания в Бахчисарае. Его заставили дать признательные показания, угрожая семье. Об этом крымской правозащитной группе рассказал его брат. Кроме того, Дудку заставили отказаться от независимого приглашенного сыном адвоката Оксаны Железняк. Когда ей удалось на пару минут прорваться к запуганному и подавленному подзащитному, рассказывает Попков, арестованный сказал, что он вынужден давать показания, которые не соответствуют реальности. Цитирую, «я вам не могу всего рассказать». Конец цитаты. Состояние здоровья Владимира Дудки вызывает большие опасения, поскольку он страдает тахикардией и язвенной болезнью. Родственникам так и не предоставили возможность встретиться с задержанным и передать ему теплые вещи. Об Алексее Бессарабове на сегодня известно меньше всего. Независимого адвоката у него на данный момент нет. Александр Попков подчеркивает, в такой ситуации изолированный крымским ФСБ человек с родными, живущими в Крыму, может подписать любые бумажки, взять на себя все, что угодно, вплоть до убийства Павла I и геноцида печенегов. Конец цитаты. И сегодня у нас в гостях Николай Давидюк, политолог, директор аналитического центра «Политика». И говорим мы о деле, так называемом деле диверсантов. Добрый день, Николай. Добрый. Скажите, на ваш взгляд, имеет ли это дело под собой какую-то подоплеку, привязку к событиям на международной арене? То есть было первое дело диверсантов летом, сейчас второе дело диверсантов. Связано ли оно как-то с событиями, которые происходят? Ну, все эти так званые диверсанты, потому что диверсантами мы назвать не можем, потому что, а, не можем сделать нормальную проверку, другое, Украина таких акций не планировала. Зазвичай эти так званые фейковые затримания, они больше повязаны с інформаційними потоками всередині самої Росії. Ну, наприклад, останнє затримання так званого диверсанта, воно пов'язане з рішенням ООН про порушення прав людини на території Криму. Попередні пов'язані з тим, щоб інформацію про Крим перебити. Немає ж з чим похвалитися, що підняли зарплати, пенсії, чи почали будувати міст, чи збудували міст, чи налагодили нормально там інфраструктурні питання. Цього всього немає. Тому вони намагаються місцеве населення залякувати там диверсантами. От, плюс в саму федерацію йде меседж, що ну, в Криму якесь життя відбувається, щось роблять. Ну, якщо як мінімум не дороги будують, то хоча б затримують диверсантів, яких, ну, до речі, там і немає. В той же час ніхто не говорить про затримання українських патріотів, а людей, які хочуть вільно виражатися, людей, які хочуть або можуть критикувати владу. Ось таких людей затримують, і про них ми нічого не чуємо. В той же час ми чуємо якісь вигадані історії, які просто плануються в Кремлі, а на місці силовики їх просто реалізовують. Останнє, от якоби задержання. Это вы имеете в виду то, что произошло 16 ноября? Сообщило только одно издание, РИА Новости, со ссылкой на свои какие-то внутренние источники о том, что, дескать, в Симферополе задержан мужчина с пистолетом, гранатой и элементами изготовления самодельного взрывчатого устройства. Якобы тоже подозревают его в сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины. Но до сих пор никакой дополнительной информации вот по этому случаю нет. Ну, а по сути, это же такой медийный миф.
РІА Новості – це федеральний сайт з мільйонними відвідуваннями, тобто цього вже досить. Тобто могли ж навіть нікого і не затримувати, і нічого взагалі могло не бути нікого і ніде. Тобто навіть не виїжджаючи на місце подій, тобто в Москві це все придумали, в Москві реалізували. Насправді це дуже часто таке відбувається, а потім ще й придумують фінал для цієї всієї історії. Але це вже підґрунтя для того, щоб Кісільов, Соловйов і їм же подобні, Норкіни, щоб вони вже могли обговорювати це на своїх шоу, просто людям доносити, що от є якісь ефемерні українці, які хочуть підірвати стабільність в Криму. Українці не хочуть підривати ні стабільності в Криму, ні робити гірше в Криму. Українці просто хочуть його повернути назад. Все. І ось ця справа трьох севастопольців, якщо до неї повернутися. Там дуже ярко видно, що йде протидія допуску к задержаним, уже зараз арестованим, адвокатів, які наняті по соглашенню. Тобто ті, які явно не будуть содействовать ФСБшникам. На ваш взгляд, о чому це може говорити? Чому це може привести? Зрозуміло, що офіційні посадовці, які зараз працюють в Криму, і силовики, вони не хочуть взагалі жодної публічності і доступу туди професійних юристів. Тобто туди готові там поставити якихось курсантів чи подвійних агентів, які просто зливали б ці справи. Але якщо туди заходить нормальний серйозний юрист, він тоді дійсно починає піднімати всі ці недопрацювання, таких там дуже багато, і починає демонструвати реальну фейковість оцих всіх справ. І тоді буде розголос, тоді буде зрозуміло, що Москва грає більше в шпигунські ігри, от залякує населення, створює медійні міфи, ось такі кампанії, а не реально там бореться за безпеку місцевого населення. Бо в той же час від того, що, наприклад, там від аварій на дорогах помирає людей більше, ніж від оцих, так би мовити, терористичних атак. Чи, наприклад, патріотів і проукраїнського населення затримують більше, ніж те, про що вони говорять. В той же час, насправді, там і ведуться внутрішні розборки між чиновниками, так, тобто за корупційні потоки. То таких людей сідає в тюрму більше, ніж так званих фейкових диверсантів. Але про це ж ніхто не говорить. Тобто вони створюють тільки ті плани, які Сурков їм присилає зверху донизу, от вони їх готові обігрувати. Все решта – це табу, і воно закривається, і зрозуміло, що юристів туди допускати точно не будуть. Вони будуть створювати максимум перешкод. Наскільки ми знаємо по цим ділам, тобто люди оказуються в такій ситуації, що всі їх родственники в Криму, тобто і у Штибликова, і у Дудки, ну, всіх трьох задержаних родня в Криму, плюс по другим ділам, по ділу Афанасьєва, по ділу Сенцова, да, по многим другим ми знаємо, які пытки применяються. І мало хто їх видержує і не пише після цього признательні показання. Ну і, відповідно, коли вступають в діло независимі адвокати, то вся ця фальсифіцирована доказательна база, вона в итоге вспливає. И дела могут, ну, потенциально развалиться в процессе. То есть их же нужно, видимо, куда-то дотянуть. Ну и что этот момент тоже еще показывает? Что фактически все бывшие украинские военные в Крыму под угрозой того, что они могут оказаться следующими диверсантами. Насколько вот вы считаете, правомерно ли такое предположение? Ну, насправді воно більш ніж реально. І взагалі в них два шляхи розвитку. Оцих зрадників, які перебігли на сторону окупантів. Ну, якщо навіть людина не просто, ну, залишилася жити в Криму, не пішла там, наприклад, працювати там до окупантів саме у військовій частині, просто як громадянин живе, там, займається чимось своїм. Я спершу завершив би про тих, хто почав працювати. Так. Тобто в них два шляхи розвитку. Перший, все ж таки, коли Крим буде повернуто, вони підпадуть під трибунал, тому що якщо вони беруть участь от в таких тортурах, якщо вони беруть участь в викраденнях людей, це все рівно буде переслідуватись законом. Як би вони того не хотіли, як би там Путін не намагався нав'язати, так як він це робить на Донбасі, амністії, цього не буде. Люди, які чинили тортури, вбивства, переслідування, ну, вони не можуть попадати під амністію. Друге, вони не потрібні Росії. Їх використали тільки в потрібний момент. Їхня вартість була – це український суверенітет. І вони її втратили. Тому такі люди не можуть бути. Зрозуміло, що це їхні шляхи розвитку. Там зараз Путін намагається відвести взагалі всіх російських військових від удару міжнародних трибуналів. Але йому це не вдасться. Давайте дивитися і про Другу світову війну, давайте дивитися про африканські геноциди і конфлікти, давайте дивитися на Югославію. Всі несли відповідальність. Навіть такі сильні вожаки, Путін з якими рівнявся свого часу, і Саддам Хусейн, і Муаммар Каддафі, всі понесли відповідальність. Тому нехай вони не думають, що все ж таки справедливість не прийде. Прийде. Просто, можливо, не так швидко, якби
би хотілося, але вона прийде. Щодо українських військових, які дійсно там зараз проживають, так, можливо. Такі сценарії є, і насправді вони є цільовою аудиторією Путіна. Тому що потім, якщо сценарії будуть розвиватися, це легко потім підкладати під оці всі видумані речі. Тому тут дійсно потрібно бути і обережними, от, і розуміти, яким чином діяти і яким чином, власне, виходити з цієї ситуації. Тому насправді це питання гостро стоїть. Тому що ніхто не знає, що в цього кремлівського медведя в голові. А там дійсно дуже часто найзловіщіші плани, які от просто покликані для того, щоб дестабілізувати ситуацію, щоб залякувати населення, для того, щоб от тероризувати і тримати їх в страху і в паніці. Оце це кремлівський метод. Там не метод прийти збудувати дорогу і сказати: люди, живіть добре, ось вам пенсія, світло, продукти. Ні, це не їхній метод. Їхній метод – підкупати солодко, але потім вводити в репресії. По суті, зараз Крим перетворюється ось такий мікс Соловків і воєнної бази. Тому що їх будуть хватати, хто буде не погоджуватися там з бідністю, з низьким рівнем життя. Ось їх будуть переслідувати. І плюс будуть мілітаризувати. Тобто просто військова база створюється. На жаль, на превеликий жаль. Дякую вам дуже за розмову. Я нагадаю, що ми говорили зараз про так звану справу нову українських диверсантів в Криму. Уничтожать крымскую природу, чтобы построить обещанные Путиным Керченский мост и дороги. Ради этих и других строек на полуострове не только используют ядовитый песок из места захоронения отходов Камыш-Бурунского железорудного комбината, но и собираются открывать новые карьеры по добыче стройматериалов. Так называемое Министерство экологии Крыма без тени сомнений дает добро на геологическую разведку десятков возможных карьеров. Ради них уничтожается природа и объекты для отдыха. Земли Крыма раздают под карьеры. Общественники Судакского отделения организации Антикоррупционное бюро Республики Крым возмущены тем, что добычу щебня собираются организовать в нескольких километрах от Судака и всего в 300 метрах от детского лагеря «Отважный». Видео о состоянии лагеря и будущем карьере выложил в YouTube представитель организации Дмитрий Жигалов. Очень тяжело об этом говорить, но вот эта вот гора под названием Чокоташ, она из всех окрестных гор вообще моя самая любимая. А к этой горе уже провели две дороги с целью открыть здесь карьер по добыче щебня. 300 метров от детского пионерлагеря. Да, вот она прямо рядом. Да. Вот дети ходили в походы на эту горочку, любовались. Назвали ее ласково динозаврик. И что теперь? Местным властям на детей наплевать, их интересует только личная выгода. Активисты написали жалобу в Минэкологии России, но то спустило письмо в так называемое Крымское министерство. Министерство ответило, что ничего страшного, что будет карьер, никакого ущерба экологии не будет, лагерь вообще никому тут не нужен. А зато Крыму очень, вот просто позарез, необходимы тонны щебенки. Хотя я думаю, что мы с вами сегодня еще проедем, посмотрим, карьер есть, и там достаточно, горы конечно, они и так раскапывают. В Крыму полно карьеров, щебенки хватало, слава богу, всем всегда. И еще даже на продажу вывозили. Лагерь в этом году попал в список 11 объектов детского отдыха, которые не соответствовали санитарным требованиям, требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Но общественные деятели уверены, закрыть лагерь хотят именно из-за карьера, ведь его можно привести в порядок. А прекрасная природа, чистый горный воздух способствовали оздоровлению детей. Теперь лагерю даже держаться не советуют, утверждают активисты. Этот лагерь чуть-чуть, вот вложить сюда душу и немножко денег, и он будет... Лучше Артека, потому что здесь огромный плюс, что тут, во-первых, тихо, он вдалеке от всей цивилизации, он такой вот уютный. В мае так называемая Минэкология Крыма выставила чокотажский участок на торги. По данным общественников из антикоррупционного бюро, торги выиграла фирма ООО «Крымская нерудная компания». Представители, которые уже приезжали в лагерь, заявили сторожам, что вопрос решен. В лагере будут жить рабочие карьера. Добычу щебня организуют методом подрыва. Значит, тонны пыли станут оседать на Судакском побережье. Общественники и местные жители возмущаются. Дескать, Крым не для этого отбирали у Украины. Люди стояли в ополчении жизнью своей, давай, так сказать, очень рисковали. Рисковали. Для того, чтобы вот так вот Крым разграбить просто-напросто на карьеры. Он же маленький Крым. Давайте везде будут карьеры тогда. Одни карьеры, эти вырубленные леса будут в Крыму. Давайте так сделаем. И все будет хорошо. И коттеджи кругом. Маловато что-то пока еще коттеджи.
Будущий чекотажский карьер совсем не единственный. Так называемая Минэкология Крыма выставила на торги как минимум 17 участков для георазведки. Еще в конце мая организовали 4 аукциона по предоставлению участков недр в пользование с целью геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых. В бюджет республики, утверждают в оккупационном министерстве, уже поступило 187 миллионов рублей, и в течение ближайшего времени планируется поступление еще 84 миллионов. Все положительные согласования есть. Минприроды России, ФСБ, Минобороны РФ. Все они дали добро на геологическое изучение участков и добычу ископаемых, если таковые обнаружатся. Замглавного госинспектора оккупационного Минэкологии Крыма Алексей Яценко объяснил это тем, что стройматериалы очень нужны для развернутых масштабных строительств на полуострове. Чтобы свести к минимуму объем завозимых материалов, Минприроды Крыма предпринимаются все необходимые меры по увеличению возможности добычи сырья на существующих карьерах, а также возможности открытия и введения в работу новых месторождений строительных материалов. Но чиновники уверяют, ведь карьеры в Крыму именно для того и пытаются разработать, чтобы построить тот самый Керченский мост и дороги к нему, которые обещал Путин. А завоз материалов из России обойдется в 3-4 раза дороже. Свалки – одна из болезненных проблем полуострова, в том числе и незаконные. Возле села Кизилташ такая свалка уже заняла почти 2 гектара территории. А оккупационные чиновники Феодосии Судака пытаются переложить ответственность за нее друг на друга. Почти 2 гектара земли охватила незаконная свалка мусора возле села Кизилташ. Она находится на спорном участке, на границе между Феодосией и Судаком. Чиновники обоих городов не хотят заниматься проблемой, обвиняя в ней друг друга. Оккупационные власти реагировать на это тоже не спешат. Вот наше достояние, которое мы бережно храним. Это общественники Судакского отделения антикоррупционного бюро Республики Крым. Уже больше года они судятся из-за свалки и требуют ее убрать. Бездействие обвиняют судакские власти. Особенно обеспокоены тем, что отходы, разлагаясь, попадают в грунтовые воды. Наступила весна, все красиво. Но это очень все обманчиво. Я думаю, вот это все вам не покажут. Ни в каких проспектах, ни в каких туристических буклетах, потому что это у нас почему-то позорно считается, стесняются от этого всего. А видите сами, это все Судак. Мы с вами находимся на территории Судака. Хочу обратиться к вам, мои дорогие земляки. Это, в принципе, вина не только администрации. Виноваты и вы, которые не приходите на выборы, и которые люди приходят... с администрацией, административный ресурс 30%. И нам представляют, что 70%, 90% судакчан пришли и проголосовали за этих оборотней, за эту власть. В апреле этого года общественники составили акт осмотра и вызывали на место полицию для фиксации факта незаконной свалки для приложения материалов к судебному разбирательству. Чиновники Судака заявляют, что вывоз отходов на незаконную свалку еще с 2006 года осуществляли исключительно коммунальные предприятия поселка Щебетовка, относящегося к городскому округу Феодосии. Феодосийские чиновники в ответ отмечают, что мусор – это проблема администрации Судака. Суд же считает, что ликвидация свалки – это компетенция уполномоченных исполнительных органов государственной власти. Летом этого года так называемая Минэкология Крыма ответила общественникам, что выявить виновных в незаконной свалке им не удалось. Складирование отходов там якобы прекращено и подъезд к участку перекрыт. Также появилось и заявление, что Минэкология Республики внесло свалку в перечень участков нарушенных земель, требующих проведения рекультивации. Но и спустя несколько месяцев никаких действий по ликвидации незаконного полигона ТБО не предпринимается. Это были все новости на сегодня. Больше информации о событиях в Крыму на сайте Black City TV. А я прощаюсь с вами до следующей недели.